Здравствуйте, я экстрасенс Семен Роганов. Это мое официальное обращение президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович, наша страна полна больных людей. Они находятся везде. В машинах, на улицах, в магазинах, дома. Моя методика позволяет излечить этих людей. Поэтому я прошу выделить мне специальное особое здание для моих чудовищных экспериментов. И пусть мои экстрасенсорные способности пойдут на благо Родины. Всего доброго.